Пасху, как важнейший церковный праздник года, совершается особо торжественное богослужение. В эту ночь в храме появились цветы. Красные гвоздики с белыми хризантемами, оформленные в виде пасхальных яиц. В 12 часов ночи служители церкви осуществили крестный ход. До 4 часов утра горожане могли принять участие в причастии. А во дворе уже выстроились прихожане с куличами, крашенными яйцами и вином. Как считают в народе, освященная пища особенно полезна. Сотни уссурийцев в эту ночь пришли на службу в храм Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы осветить пасхальные яства. Всем понемножку. Вот именно, чтобы с утра попробовали вот эти яички освященные. Но дело в том, что просто я говорю, что это все, ну как бы, может быть, это самовнушение, но однако что-то помогает. И приятно, когда вот именно такое яичко будешь кушать. По наблюдениям служителей церкви, в последнее время среди прихожан появилось очень много молодежи. Как говорят сами посетители храма, такой праздник, как Пасха, должны праздновать все. И неважно, строго ты соблюдал пост или нет. Сегодня один из самых главных этих праздников. И мы считаем, что в такие места нужно ходить хотя бы иногда. Хоть мы молодые, но у всех, наверное, должно быть что-то святое у нас. Это есть. Для тех, кто с особой строгостью соблюдал пост, Пасха – особенный день. Это не только духовный праздник, но и день, когда закончился Великий пост. Он длился почти 2 месяца, хотя пост – это не только употребление постной пищи. Это воздержание всех своих чувств. Человек во время поста должен поменьше смотреть по сторонам, побольше заглядывать внутрь, вглубь своего сердца, задумываться, в каком состоянии его душа, и в том числе соблюдать определенные воздержания от пищи и питья. Настало святое Христово воскресенье. Выходить из поста следует с осторожностью. Не вкушать все сразу, а еще лучше сразу употреблять освященную пищу, считают прихожане. Христос воскрес! Следующий великий церковный праздник с постом – это праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Воздерживаться от некоторой пищи верующие будут месяц. Виктория Титаренко, Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.